Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Ігор Ліпсіц, професор і доктор економічних наук. Ігор Володимирович, привітаю. Добрий день. Я традиційно наших глядачів закликаю до активності. Ми чекаємо на ваші вподобайки, на ваші тематичні коментарі, на поширення цього відео. Так само будемо щиро вдячні за підписку на нашу YouTube-платформу. Так само підтримайте своєю підпискою YouTube-платформу Ігоря Ліпсіца. Хочу начать с вами с вот какой информации. В Центробанке России предупредили, что РФ находится на грани экономического кризиса. В новом отчете ЦБ заметил признаки стагнации в стране, при которой рост экономики замедляется, но цены на товары продолжают расти. По данным регулятора, охлаждение внутреннего спроса не привело к снижению цен. Если уже ЦБ сигнализирует о том, что вот кризис вот-вот начнется, можем ли с уверенностью утверждать, что он уже идет полным шагом и развивается, и этот процесс уже необратим? Вот как вы оцениваете, какой диагноз российской экономики по состоянию на сейчас вы можете поставить? Ну, она, пока российская экономика еще движется вперед, но движется вперед по инерции. Инерция это родилась в 2022 году, когда огромные деньги, полученные за экспорт нефти в 2022 году и отнятые у «Газпрома», были вброшены в военное производство. Начался бурный рост военного производства, военной техники. И это дало некий импульс роста экономики года на 2,5. Вот этот импульс сейчас мы и наблюдаем, как затухает. Он еще не до конца затух, но он, конечно, ослабевает, потому что, что называется, рост военного производства уже невозможен, потому что загружены полностью производственные мощности предприятий, которые были раньше в военно-промышленном комплексе России. Строить новые предприятия сложно, дорого, медленно и вообще проблематично сейчас. Переводить на военное производство гражданские предприятия еще сложнее. Ну и вообще получается, что вот экономика России довольно сильно росла последние 20 с лишним года за счет роста военного производства. Это был такой локомотив движения, но он сейчас выдохся. Топливо у него, может быть, и есть, но ехать он уже не может. А гражданская экономика не растет. Вот и получается ситуация, когда денег вбрасывается в военное производство все больше и больше. И судя по, видимо, проекту будущего, бюджета будущего года, они попытаются бросить еще больше денег в экономику, особенно в военную, но она уже не растет. А рынок гражданский тем паче расти не может, там даже работа дополнительно больше некому. В итоге получается, что, в общем, деньги заканчиваются. Из-за этого растет инфляция, потому что на предложение товаров в ответ на предложение денег не растет. Значит, возникает, ну как бы, как мы говорим, денежный навес над рынком, и этот денежный навес, он порождает вот ускорение инфляции. Отсюда Россия идет в ситуацию, которую экономист называет таким термином стагфляция, то есть сочетание стагнации и инфляции. И это до крайности опасная ситуация, потому что не очень понятно, как из нее выходить. Ты пытаешься победить стагнацию, тогда ты накачиваешь инфляцию. Ты пытаешься подавить инфляцию, тогда ты зажимаешь производство, и оно из стагнации переходит просто в спад. Ну вот Россия сейчас как раз в эту ситуацию входит. Российские экономисты говорили, что так будет, предупреждали. Значит, народ в России как-то не очень нам верил. Но вот сейчас уже Банк России видит ровно эту картину. О бюджете, раз уж вы заговорили, российский Кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2025-2027 годы. Из плана следует, что в грядущем году доходы федеральной казны составят 40,29 триллиона рублей, почти на 12% больше, чем в этом году. Министр финансов Силуанов в числе приоритетов бюджета назвал социальную поддержку граждан, затраты на оборону и нужды так называемого СВО и также обеспечение технологического лидерства. Как этот проект в целом вы охарактеризуете? Такой протокол о намерениях и что из того, что Силуанов говорит, реально может быть в следующем году? Я бы его характеризовал, знаете, как авантюрный. Ну, потому что, смотрите, значит, если в этом году было 36,6 примерно триллионов, значит, бюджет, и до конца не ясно, как это все будет выполнено, еще до конца года несколько месяцев, и уже есть ощущение, что будут проблемы, будет довольно большой дефицит. В первой половине года дефицит был большой, но, судя по всему, к концу года он поднимется, потому что падают доходы от нефти и газового экспорта, да, значит, и они сейчас планируют практически на 4
триллиона еще больше. Откуда они эти деньги возьмут, уже очень такая непонятная история. Значит, смотрите, значит, они, конечно, с будущего года уже повышают налоги. Да? Мы говорили, что в России будет повышено налоговое бремя на бизнес и население. Народ в это не верил. Вот сейчас уже верьте, не верьте, принято решение, закон утвержден, и с 1 января повышается налог на прибыль для всех российских компаний. Ставка будет не 20, а 25, и это даст примерно, ну, триллион дополнительного дохода. Но, соответственно, триллион прибыли у бизнеса будет отнят, и, соответственно, бизнесу развиваться будет сложно. Поэтому насчет технологического лидерства очень такая интересная тема. На какие деньги банкет, да? Вот, значит, ну, триллион примерно они возьмут налоги на прибыль. Что они могут еще сделать? Они могут еще, конечно, получить больше налога на добавленную стоимость НДСа, но потому что высокая инфляция ведет к высокому уровню НДСа. То есть НДС, он растет вслед за инфляцией, поэтому чем выше в стране инфляция, тем больше налога на добавленную стоимость получает бюджет. То есть это люди беднеют, люди платят больше денег за покупку товаров, а, соответственно, это все превращается в дополнительный налог. Они могут, видимо, в будущем году, и об этом Центробанк, кстати, России предупреждал, съесть до конца фонд национального благосостояния. Там к концу этого года останется, видимо, всего 3,5 триллиона. И вот они, видимо, в будущем году его доедят. И то это очень проблематично, хватит ли им денег, потому что в течение года расходы обычно превышают плановые. А на дополнительные деньги вопрос, хватит ли поступлений. Потому что, ну, Россия продержалась вот эти два года за счет довольно высоких цен на нефть, даже несмотря на потолок цен. Но сейчас идет какая-то такая нестабильная ситуация, развивается на рынке нефти, и, вероятно, в будущем году мы увидим снижение цен на нефть. Есть прогнозы, что даже Brent упадет до 60, а, соответственно, Urals будет еще ниже, и тогда, конечно, доходы российского бюджета упадут, и откуда будут браться деньги на вот такое финансирование, просто понять невозможно. Насколько, если мы говорим за 2024 год, вот эти нефтедоллары поддерживали российскую экономику и российский бюджет? Поддерживали, потому что в течение года даже сокращался дисконт по российской нефти, платили больше. То есть в этом смысле Россия ухитрилась обойти эти все ограничения, она нашла эти корабли теневого флота, которые еле-еле ходят, но пока ходят, и с помощью них вывозила довольно много, и пока в нее покупали. Эти деньги приходили, и Минфин даже радостно отчитывался о таких больших поступлениях нефтегазовых доходов. Правда, в значительной степени эти доходы были на самом деле липовые, в том смысле, что они были связаны не с успешными операциями по экспорту нефти и газа, а с тем, что, в общем, Минфин довольно сильно начал отнимать уже, ну, капитал у нефтяных компаний России. И это не какая-то гипотеза, об этом прямо заявил глава Роснефти Сечин, который заявил, что цена, исходя из которой Минфин рассчитывает ему налоги его компании, завышена на 3,5 доллара. И у них слишком высокие затраты, они по такой цене платить налог на прибыль не могут. И просил на эти 3,5 доллара цену снизить, исходя из которых с них берутся налоги. Но Минфин это пропустил мимо ушей. Это значит, что для пополнения бюджета уже забирается не просто прибыль, а забирается оборотный капитал нефтяных компаний. И это чревато, конечно, большими бедами в ближайшие годы нефтяной промышленности, лишенной капитала. Ну, то есть нефтяные компании, испытывая абсолютно определенные сложности, они будут сокращать производство? Часть из них может быть закрыта? Или вот как это будет отражаться на их деятельности? Или будут сокращения сумасшедшие? Они будут испытывать проблемы с рабочей силой? Кстати, эта проблема сейчас уже в РФ нарастает, судя по заявлениям аналитиков. Ну, вот смотрите, что происходит. Значит, уже понятно, что они уже не могут так повышать зарплату работникам. А не повышая зарплату работникам, ты работника потеряешь, он идет туда, где платят больше. И в России сейчас идет такая довольно заметная миграция рабочей силы в те отрасли, где платят больше в оборонных отраслях, гражданские начинают терять персонал. Это первая проблема. Вторая, значит, нефтяные компании России начинают сокращать масштабы бурения геологоразведочного, то есть готовить начинает хуже будущую базу для добычи. Ну вот только что, скажем, та же самая Роснефть объявила, что она отложила все планы, так сказать, разведочного бурения на море Лаптевых на 5 лет. Там были очень такие большие оценки возможных залежей нефти и газа на шельфе моря Лаптевых. И были такие обещания, что они там пройдут бурение, найдут месторождение, начнут добычу и зальют Россию нефтью и газом. Все это отложено на 5 лет.
потому что денег нет, а дальше будет стать еще хуже. Поэтому, да, они сокращают добычу, они выкачивают до предела старые месторождения, которые еще не все отдали, но тоже там не очень хорошо. Российская нефтяная промышленность, она сейчас, еще не вполне в зоне беды, но она к этой зоне беды очень сильно подходит, потому что богатые месторождения уже в основном разработаны, они добывают все труднее, все тяжелее нефть, уже никаких там фонтанов, там уже опускаются насосы, с трудом качают, причем качают даже уже не нефть, а так называемую скважинную жидкость, то есть закачивают воду, потом воду вместе с растворенной нефтью выкачивают наверх насосами. Вот это картина сегодняшней такой нефтяной промышленности. Это ведет к росту затрат, и если, соответственно, начнется еще снижение цен на нефть на мировом рынке, то многие месторождения начнут становиться убыточными, их будут прекращать разрабатывать, и, в общем, будет такое физическое сокращение добычи нефти, и начнется период заката нефтяной промышленности России. И это тоже не какая-то моя гипотеза, не какое-то мое допущение. Есть доклад, опубликованный в этом году, это доклад Академии наук и институт-энергетических исследований, который написал, что золотые денечки нефтегазового бизнеса российского прошли и больше никогда не вернутся, что Россия никогда больше не будет получать такие доходы от экспорта нефти и газа, как она получала до войны. И, скорее всего, эти доходы упадут в ближайшие годы, на горизонте 5, может быть, 10 лет, процентов на 40. То есть нефтяная такая бананза российские, нефтяные золотые денечки России, они уходят в прошлое. И при вот такой политике будут уходить еще быстрее. Если брать газовую отрасль, можно ли уже с уверенностью утверждать, что вот этот проект «Сила Сибири-2», на нем уже окончательную поставлена точку? Ведь Монголия его не включила в план развития на 2028 год, а Путин очень хотел инвестиций китайских в этот проект. Китай это поставил на паузу, Монголия не помогла. То есть тут уже окончательный крест на этом проекте? Судя по всему, да. Там еще ведь еще какая проблема, что Китай сказал, что даже если он готов будет обсуждать этот проект, то все строится за счет России. И Россия попала в ситуацию, которая для нее не очень привычна. Она раньше трубопроводы строила за счет денег заказчика. Это такая традиция с 70-х годов. Вот эти все трубопроводы, которые шли из СССР в Западную Европу, они же были сделаны по схеме газ-трубы, то есть это значит, что немецкая экономика дала трубы, которые были проложены, и, соответственно, в кредит эти трубы были даны, а расчет шел потом газом, который по этим трубам закачивался из России, Советского Союза в Германию. Потом, когда строили «Силу Сибири-1», то там тоже китайцы деньги дали, построен был, значит, трубопровод, и по нему, соответственно, пошел газ, поставками которых рассчитывали за, значит, эти самые трубы и эту самую работу. А вот сейчас китайцы сказали, что нет, только за свой счет. Возник какой-то еще более безумный проект прокладки трубопровода газового в Иран. И тоже иранцы сказали, за свой счет. Это 10 миллиардов долларов, которых у «Газпрома» нет. Ну, то есть, что называется, у российской газовой промышленности большие проблемы. Причем рушится даже та часть, которая могла быть еще как-то развивающаяся. Это поставки сжиженного газа, СПГ. Потому что, в общем, ясно, что санкции разрушают эту сферу и начинается отказ от развития этой производственной сферы. Так что в этом смысле газовая отрасль российская, она вообще вошла в такую сферу нехорошую, сферу сжатия экспорта. А заместить это внутренним рынком тоже не очень получится. Российский рынок – это потребители и промышленность. Да, потребители, значит, физически и промышленность. И тут очень трудно получить деньги, просто потому что население России, оно и так очень имеет большие задолженности по коммунальным платежам и рассчитывать на то, что с него можно взять много денег, проведя массовую газификацию, не очень получается. Тем более довольно много крупных городов уже газифицировано. Газифицировать маленькие города и поселки – это дорого и неокупаемо. Поэтому в этом смысле ситуация «Газпрома» довольно такая нехорошая. Ну да, вот о сжиженном природном газе вы вспомнили. На этой неделе Reuters сообщала о том, что «Новатек» решила пока свернуть свой проект «Арктик СПГ-2», и всему причиной являются санкции. Я опять хотела бы вернуться с вами к этой истории с китайскими инвестициями. В июле был энергетический форум российско-китайский, где глава Роснефти Сечин, он прямо призвал китайцев инвестировать в, значит, сырьевой сектор российской экономики.
То, что Китай так дипломатически говорит «нет», говорит ли о том, что для него это абсолютно нерентабельно сейчас? Любые проекты, которые им предлагают вот, представители российского нефтегазового сектора. Тут очень много проблем. Это, конечно, лучше бы Михаил Николаевич Крутихин вам объяснил. Но суть в том, что, значит, во-первых, Китай не знает, нужно ли ему столько энергоресурсов. Просто не знает, потому что экономика Китая находится в нестабильном положении. Китайская экономика качается. Это такая страшноватая тема. Для всего мира страшноватая, потому что если... соответственно, Китай начнет рушиться и будет сильный обвал экономики, то это затронет абсолютно всю мировую экономику, пострадает абсолютно все. Ну, скажем, казалось бы, где там Украина и где там, соответственно, Китай, но если начнется мировой экономический кризис, то он затронет и Европу, и США, и деньги на поддержку, соответственно, Украины будет добыть очень тяжело. Значит, соответственно, где там, казалось бы, большая, богатая, толстая, веселая, как ей кажется, Россия и Китай, но все богатство России держится на ценах на сырьевые товары. Если китайская экономика начнет падать, то цены на сырьевые товары рухнут, и Россия останется без денег. Ну, смотрите, мы видим, что последние там десятилетия 60% прироста мирового спроса на нефть были связаны с закупками Китая. Сейчас Китай начинает аккуратно сокращать закупки, просто потому что вот его экономика затормозила. Рост такой быстрый, как был раньше, больше невозможен. Более того, мы опасаемся, что китайская экономика может войти как минимум в стагнацию, а может быть и в упадок. Это тоже есть такие гипотезы. Они сейчас пытаются лихорадочно спасти экономику буквально. Только что, скажем, был принят большой мер, пакет мер Центральным банком Китая, чтобы каким-то образом стимулировать экономический рост, чтобы каким-то образом предотвратить массовые банкротства в Китае. Сработает, не сработает, пока не могу сказать. Мировой фондовый рынок на несколько суток обрадовался, воспрял от этой меры, потом как-то так поскучнел, опять пошел не в хорошем направлении. Поэтому, ну, в общем, Китаю не нужно так, возможно, много энергоресурсов. Китай, более того, сейчас пытается научиться производить энергию с помощью технологии возобновляемой энергетики. И в этом смысле, чем дешевле он покупает ресурсы, тем хуже не выйдет продвижение вот этой возобновляемой энергетики. Для Китая это сейчас одна из основных, ну, как бы, идей для экспортного потенциала. Поэтому получается, что Китаю сейчас, в общем, не очень выгодно покупать у России слишком дешевые энергоресурсы, тем самым делать невыгодным возобновляемую энергетику. Ну, вот там сложная такая история. Поэтому похоже, что Китай никаких особых желаний покупать больше России не испытывает. Игорь Владимирович, хочу вернуться опять к российскому бюджету, к тем планам, которые нарисованы на 2025-2027 год. Вы упомянули о том, что будут повышаться налоги. Но опять вернусь к оценке Центробанка России, который сказал на этой неделе, что российский бизнес испытывает нарастающие сложности с оплатой налогов в бюджеты всех уровней на фоне падения экономики, и, мол, к концу года это может побить рекорды вообще 90-х годов. К концу мая предприятия и организации по всей России накопили, по данным Центробанка РФ, просроченную налоговую задолженность на 83,4 миллиарда рублей. В то же время Силуанов обещает повышение вот этих социальных выплат. Вопрос, откуда будут брать эти деньги? Ведь уже сейчас тот же глава российского МВД Колокольцев жаловался, что Минфин не повышает зарплаты участковым, и это только 2024 год. Ну, смотрите, значит, что они могут реально делать? Практически сейчас у них осталось уже очень немного инструментов затыкания финансовых дыр в государстве. Значит, первый инструмент, который у них есть под рукой, это девальвация рубля. И ну, они то есть учат печатный станок. Нет, девальвация рубля – это снижение курса, значит, рубля по отношению к доллару. Когда ты это делаешь, то у тебя небольшая масса валюты превращается в большое количество рублей. А ты налоги ты берешь в рублях, не в валюте. Поэтому это возможный вариант. Но это ведет быстро к росту цен розничных, это население раздражает, а это не очень хочется, поэтому они это делают, но делают медленно. Посмотрите, как сейчас курс доллара медленно ползет и уже где-то подползает 93 против 88 еще относительно недавно. Так что этот процесс они уже запустили, но делают его очень медленно. Второй вариант – это как раз то, о чем вы упомянули, эмиссия пустых денег через всякого рода кредитные
каналы, и это тоже уже довольно активно идет. Но это тоже моментально порождает рост цен. Мы уже видим в России высокую инфляцию. И Центробанк пытается с ней бороться, но не может ничего сделать, потому что она имеет эта инфляция очень много причин. И, в общем, Центробанк не очень может эти причины купировать. Да? Поэтому, значит, они будут печатать деньги. Ну и если эти два инструмента, плюс еще изъятие денег из ФНБ, будут недостаточно, то начнется поиск каких-то способов изъятия денег прямо у населения. Собственно, механизм для этого уже есть. Это так называемое дополнительное пенсионное страхование, ДПС. Это программа, которая запущена в России, которую сейчас активно проталкивают государственные ведомства в России. Это убеждает россиян перевести свои, значит, сбережения из банков в негосударственные пенсионные фонды, подписаться туда, тогда тебе государство будет добавлять. Это все уже один раз делалось в России, кончилось полностью фиаско, потому что государство эти деньги заморозило и люди потеряли. Но теперь тот же самый уже проваленный механизм снова запускает, но уже начинает давить на людей, чтобы они вступали в НПФ, а НПФ, получив эти деньги, будут тут же на них покупать облигации Минфина, тем самым финансировать войну. Ну вот, судя по всему, сейчас будут людей в России именно к этому подталкивать. И это будет уже практически механизм, ну, такого формально-добровольного изъятия сбережений населения. Это было похоже и будет похоже на то, что делали в Советском Союзе, когда продавали облигации займа восстановления народного хозяйства в конце 40-х, начале 50-х в России. Люди в это пытаются не верить, пытаются, значит, говорить, что этого не будет. Но мне люди из России пишут, что уже, в общем, рассылают письма через сайт госуслуги. Вступили ли вы в систему дополнительного пенсионного страхования? Понимаете ли вы, как это вам выгодно? А почему вы не вступили? И так далее, и так далее. Пока это еще добровольно. Но дальше я думаю, что, в общем, картина пойдет по-другому. Будут, что называется, на работе начальники тебя вызывать. И говорят, а что это ты не вступил? У нас уже все вступили. Давай ты, пацан, вступай. Давай ты, парень, вступай. Давай ты, дорогой, вступай в систему дополнительного страхования. Других источников нет, потому что если еще начнется падение цен на нефть, то финансовая ситуация в России станет просто катастрофической. А шансы того, что начнется падение цен на нефть, высоки? Вы знаете, не маленькие. Значит, более того, есть уже прогнозы, которые дают не какие-то там отдельные экстремисты-экономисты, а дают крупнейшие торговцы нефтью, типа Ганвара и других, которые говорят, что в будущем году цена опустится на Brent до 60, а российской нефти будет и того дешевле. Причин несколько. Во-первых, прежде всего, конечно, вот эта нестабильная ситуация в Китае. Ну и, конечно, то, что, в общем, не очень хорошо развивается экономика Европы. Посмотрите, вот сейчас, видимо, в США начнется подъем экономический. Там ФРС снизила ставку, начнется подъем. А в Европе не очень похоже на подъем. В Европе, как видите, качается экономика Германии, нестабильная экономика Великобритании. Так что в этом смысле там не очень такие хорошие перспективы. Поэтому если нет роста спроса на нефть, а предложение растет, потому что все больше компаний добывает нефть в странах, не входящих в ОПЕК, не ограниченных никакими лимитами по добыче нефти, то, конечно, будет расти предложение нефти. Сейчас Канада будет больше поставлять нефть, они закончили строительство нового трубопровода для нефти, значит, к океану, будут сейчас увеличивать отгрузку нефти с морских терминалов. Поэтому, конечно, видимо, предложение нефти будет расти, а спрос, видимо, не очень будет расти. Так что опасность для России, что цена упадет, она достаточно реальная. Еще один вопрос. Что с золотовалютными запасами РФ сейчас? Появились сообщения о том, что Гонконг вдвое нарастил ввоз золота из РФ. В августе увеличил импорт Гонконг золота из России в два раза до 650 миллионов долларов. Это связано с торговлей с Китаем. Это не имеет отношения к золотовалютным резервам США, это имеет отношение к тому, что российские рынки не могут жить без китайского товара. Ничего другого нет. А китайский товар не идет в Россию, потому что не проходят платежи. Китайские банки юани, отправленные из России, не принимают. И ты не можешь оплатить поставку товара из Китая. Поэтому что делается? Значит, закупается золото, оно продается, значит, в Гонконге, Сингапуре. За юани, значит, эти юани из Сингапура и Гонконга пересылаются в Китай, значит, сейчас масса курьеров начала работать, они возят документы из Гонконга, значит, Сингапура в китайские банки,
чтобы платежи прошли. Значит, поэтому как бы вот это попытка сохранить российский импорт путем, значит, продажи золота, значит, из России в Гонконге, Сингапуре. Вот это с этим связано. Это не государственные операции. Это частный бизнес пытается каким-то образом обойти банковские санкции. Ну и как долго может работать эта схема? Ну, трудно сказать, пока на нее на каких-то особых ограничений не наложено. Но, конечно, это такая непростая схема, потому что, между прочим, на российское золото тоже есть санкционный режим. Посмотрим, что удастся сделать американцам для блокирования таких санкций и таких операций. Ну вот пока такая история идет, но это уже очень сложно, это очень медленно. Это ведет к тому, что, конечно же, растет в итоге стоимость импортных товаров. А раз она растет, то растут цены на внутреннем рынке и разгоняется та самая инфляция, о которой мы с вами говорили. И вот с этим Центробанк сделать ничего не может. Игорь Владимирович, благодарю вас, как всегда, за интересную беседу, за интересный обзор, за то, что находите время и возможность своими мыслями делиться с нашей аудиторией. Всегда вас рады видеть на нашей YouTube-платформе. Берегите себя и до скорых встреч. Спасибо, всего доброго.